Областные соревнования по настольному теннису среди воспитанниц детских домов проходят в Караганде. В состязаниях принимают участие 10 спортсменок. Финалистки представят область на республиканском турнире, где поборются за титул королева пинг-понга в двух возрастных категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 15. Всего на итоговые соревнования, которые пройдут в Алматы в конце августа, прибудут 150 участниц из разных регионов страны. Социальный проект направлен на развитие олимпийского вида спорта в детских домах. Победители же республиканского турнира получат возможность поездки в Китай, столицу Китая, город Пекин, посетят спортивную академию и получат мастер-класс от лучших тренеров этой академии.